Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Женщина навела дома порядок впервые за 4 года. Посмотрим, что у нее получилось. Одна мама рассказала, как она впервые за много лет убрала беспорядок в своем доме и вынесла 32 огромных мешка с мусором. Чель Дженкинс из Барри, Южный Уэльс, рассказала, как, находясь в отпуске во время самоизоляции, она вдохновилась идеей полностью обновить свой дом и сделать первую уборку за 4 года и выбросить хлам. Разница и в самом деле поразительна. Наведя порядок в доме, женщина под грудами мусора обнаружила даже шикарный обеденный стол. Между тем, сильно заросший сад был вырублен, чтобы обустроить прекрасную обеденную зону на открытом воздухе. Девушка, начавшая марафон по очистке мусора в начале карантина, рассказала о своих стараниях на личной страничке в Facebook. Она рассказала, как ее дети не могли есть за обеденным столом в течение нескольких месяцев и не были в заросшем сорняками саду в течение шокирующих 4 лет из-за того, что он слишком запущен. «Но сейчас сад выглядит великолепно, особенно ночью», — сказала женщина. Другие люди похвалили ее и назвали ее историю вдохновляющей. Чель, которая на этой неделе поднялась на гору Сноуден, рассказала: «Я заменила покупку хлама уборкой, и, честно говоря, я никогда не чувствовала себя такой свободной. Я была дома в течение нескольких месяцев, и мне нужно было избавиться от беспорядка. Я понимала, что раньше у меня никогда не было столько времени на уборку, поэтому я должна была воспользоваться этим шансом». Девушке потребовалось 4 контейнера и 32 мешка для мусора, чтобы вынести из дома все, что накопилось за долгое время. «Я ни разу не была в своем саду за 4 года. Он так зарос, что мне было попросту страшно туда ходить. Мои дети месяцами не ели за столом, а я не хотела проводить Рождество дома, ведь у нас было слишком грязно. Я не могла правильно убрать или украсить свое жилище, так как мой дом был слишком захламлен», — делится Чель шокирующими подробностями. Но она признается, что ей даже понравился процесс уборки. «Приятно потратить некоторое время на то, чтобы это исправить». Несмотря на то, что уже проделана колоссальная работа, девушка говорит, что ей еще предстоит много уборки. Чердак в ее доме все еще наполовину забит каким-то бесполезным хламом, но Чель полна решимости довести дело до конца. «Так хорошо чувствовать себя свободно, наслаждаться времяпрепровождением дома, а не стараться задержаться на работе как можно дольше, чтобы не возвращаться в бардак», — делится впечатлениями женщина. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.